Аукционы у нас в Горьком имуществе проходят постоянно. Вся информация об этих аукционах мы размещаем на официальном сайте Российской Федерации, это торги.gov.ru в сети интернет, на сайте Горком имущества, также на сайте администрации размещается и публикуется в газете «Чебоксарские новости» в день объявления аукциона. После приема заявок мы рассматриваем и определяем участников аукциона. Рассматриваем заявки поступившие, определяем участников, допускаем их к участию в аукционе, если будут исполнены все требования, установленные аукционной документацией. И, соответственно, уже с 20 июня будем проводить сам аукцион. Эти три участка расположены в Заволжье, в районе населенного пункта Первомайское. Три участка, они все разной площади. Это один участок 54 сотки, второй участок 58 и третий участок 22 сотки. Общая стоимость аренды будет составлять этих всех трех участков 5 миллионов рублей. Дополнительную информацию они также могут позвонить в Горком имущество, непосредственно могут позвонить ко мне по телефону 23-41-02, также к моим же специалистам. И вся информация будет дана полностью по всем участкам, интересующимся им, по всем аукционам.